Существует целый комплекс правил, которыми должны руководствоваться застройщики при планировке населенных пунктов. И даже в этом случае, когда застройщики соблюдают правила, иногда случается, что нарушают сами жильцы. Пример тому обнаружила рейдовая бригада 11-го отряда Федеральной противопожарной службы в 12-м микрорайоне. Вот видите, по адресу микрорайон 12, дом 35, у нас находятся самовольно установленные ограждения, которые могут... которые затрудняют проезд, сквозной проезд к третьему и второму подъезду этого девятиэтажного дома. Соответственно, при выезде пожарного автомобиля и автолестницы спасение людей с верхних этажей первого-второго подъезда становится невозможным. Не только обнаружение таких самодельных барьеров для проезда автотранспорта выявляют пожарные, они также контролируют исполнение решений администрации города-курорта устранять такие самодельные преграды. Благодаря постоянным, проводимым нами постоянным мероприятиям по поводу выявления перекрытых проездов, здесь раньше стояли две ФСки, которые затрудняли проезд, опять же, к двум подъездам шестиэтажного дома, что, соответственно, затрудняло проведение аварийно-спасательных работ. На улице Ленина в 3-м Б-микрорайоне жильцам дома пришлось убрать ФСки с проезжей части, так же, как и жильцам девятиэтажки на улице Промышленной убрать шлагбаум. Данное мероприятие по обследованию проездов именно в многоэтажных домах мы проводим регулярно. Цель наша выявить загроможденные проезды несанкционированно для того, чтобы провести аварийно-спасательные работы быстро, не допустить распространения огня, материального ущерба и спасти людей. Лариса Басова, Артем Зибров, Анапа регион.